Игнатий Тихонович, продолжим вопросы. Да, готов. Тут пишет человек. Какие, говорит, противоречия с Библией вы видите в учении сознания Кришны? Назовите их, а то ваше обвинение против них как бы голословно. Ой-ой-ой, тут мне пришлось уже перед полицией отвечать. Это было интересно. Я перепечатал статью митрополита, кажется, Михаила, митрополита, или Владимира Санкт-Петербургского, дореволюционного. Ну и поместил это где-то, я не знаю, в выступлении или в книгах моих где-то. Короче, я зачитал, ролик выставил, ролик. Скажи ты, там какой-то этот буддист или кришнаит пожаловался в каком-то городе, там, в Самаре. Сюда приехали на дом ко мне, я давал отчет, потом отдельно ходил в полицию. Я говорю, вы что, ты... А так вы как считаете? Считаю от сатаны это учение, чисто сатанинское учение. Ну вот говорили там это такое, там, начинает экстремистское. Я говорю, статья, это статья, какая статья? Так я называю, вот, год, страница, журнал. Какая моя вина в этом-то? Никто не считал, даже царская Россия не считал так. Ну и отстали от меня. Так, ну давай, послушаем. Я по слову Божию хочу сказать. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 2 стих. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихристов, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Не просто исповедует Иисуса Христа, родившегося, пришедшего, то есть он был где-то и пришел, он от начала сущий, пришедшего, главное слово здесь. Откровение 2.24. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Вот согласно этих мест Писания, Святой Библии, сознание Кришны переводится черного, то есть от дьявола, и есть дух Антихриста. Это мои ответы. Ответы такие по-другому никогда и не были. Это у нас Писание об этом говорит. А у них что есть от Писания? А ничего и нету. И мне не надо это знать. Вот сегодня я с одним мусульманином говорил, и он по-хорошему. Я говорю, у нас есть чин, как вычитывает священник, спрашивает мусульманина, принимающего православную веру. А что, разве есть такие? Конечно, у нас крестился в прошлом году, был нынче, может быть, будут. Я ему стал считать, он нормальный. Так он как взбесился, как он начал кричать, он ничего не слышит. Я говорю, да вы один раз выслушайте, чтобы узнать. Это в каждом храме считается. Речь идет о сотнях тысяч, которые пришли. Раньше это было-то. Но возьми вот в Санкт-Петербурге, сколько там этих зданий, которые, когда Казань, видно, завоевали, а они там богатые, это они приняли православие, и все. И они приняли, сделали, ну, утвердили за ними все их богатства. А остальное это все, видимо, государство изъяло в свою казну. Так что нам нужно знать Писание. Я ему начал читать это, там отречение, о том, от лжи. Он не слышит. Я говорю, ну маленько, подождите, никаких. Он кричал, кричал, я говорю, вот бес-то и вылез. Ему отвечаю, что ж тебе так? Ну ты мне сейчас скажи, принимает из христианства вас? Бывает, мусульманство принимают? Бывает. Ну какой у вас чин принять это? Ну прочитай. Он не слышит, совершенно сбился с подолыку. Как говорится, с катушек съехал. И у меня ролик уже сегодня, я его выставил. Так что вы сами себя позорите. Ну, допустим, вы принимаете и говорите, что Иисус не воскрес, а только то другое. Я тебя буду еще кричать-то. Это ваши труды, а у нас свои труды. Я считаю так, как есть. Ой-ой-ой. А сами ничего не знают. Ну, вот так. Ответ один простой. Мне ничего не надо знать. А вот Кришна. Кто такой Кришна? И вот там один был такой Руслан, звать его. Это мы можем посмотреть. Город Тура.
за Енисейском, севернее, и там служил в моем доме, он обратился, двоюродный племянник Суслова, главного идеолога Советского Союза, Яковлев Геннадий Михайлович. Он принял сан священнический, иеромонах Григорий. И он с этим, с Русланом-то беседовал. А ему Кришна сказал, принеси его в жертву, этого попа. А он, когда у меня здесь был, этот Геннадий-то еще был, Михайлович, а потом Григорием стал. Ну и он такой упорный, комсомолец когда-то был. И на меня, я говорю, ты никогда дверь не открывай. Окна зашторены должны быть и все. Чего вы все боитесь-то? Одна душа. Одна. Вот мне на втором этаже тут жил, где... Ну, там, на Никитиной. И в это время звонят. Солнце светит ярко. Я спустился. Кто? Это я там... А кто вы? Ну, я тут торгую, я соседка, тут ваша жена была, там что-то наговаривает. Ну, что вы боитесь-то? Я одна. И я один. Я что буду открывать-то? Вышел, в окно посмотрел с другой стороны, а там два мужика крепкие стоят около нее. И что бы я делал? И он так постучал... И он ему открыл в 3 часа ночи. А он электрод натащил, он сразу ударил прямо в горло его. А потом его, значит, ну, он упал. И он перочинным ножиком стал отрезать ему голову. Голову отрезал, зашел в алтарь и вокруг престола обошел и на престол бросил. Ну-то сочувствие выражал патриарх Алексей II. Али много написал отец Геннадий Фаст, «Зигзаг молнии». Такое вот называется. И все. И его признали невменяемым, что ли. Он отсидел, сколько-то вышел. Вышел и где-то будто бы пошел. Ну, тут я не знаю, это пишут так. И нашли его одежду. Дескать, он шел один, никого не боялся, но все-таки напоролся на медведя, и медведь его сожрал. А теперь говорят, а он не числился ни в одной кришнаистской организации. Ну, что не числился, когда Кришна ему велел-то? Ну, он не официальный кришнаит. Доморощенный. Но Кришна ему повелел-то, не Аллах, никто. И он убил его. Так что, от кого это? Всякое убийство, он лжец и отец лжи. Это писали об этом много и говорили. Так что, нам рот не надо закрывать. Это моя вера, и так говорит. Они не исповедуют Христа, пришедшего во плоти. Это дух Антихриста. Антихрист – это сатана, анти, против Христа. Вот и все. Их учение я разбирать никогда не буду. Зачем оно мне нужно? Я знаю признаки, по которым легко определить. Вот два стиха. И в них входит все остальное, какие бы учения ни были. Все понятно. Вот интересно. В Писании сказано, Лука 1:13. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. То есть он, ангел ему сказал, не бойся, он его испугался, получается. Да. Неужели святые, будучи соблазненные сатаной, не знали прежде, как отличить явление бесовское от ангельского? Не знали. И в Новом Завете не знаем. Мы считаем жития святых Симеона Столпника... за 1 сентября по старому стилю. Исаакия Пещерского, там другие встречаем. А Антония была у Макария? Никак, нельзя было. Но находили они способ. И он Исаакия почти поклонился, а там куриные ножки. А бесы их заходили, напускали благовоние. А там было такое одному они... Научили его Ветхий Завет проповедовать, а Новый Завет он в руки не брал-то. Ну, монахи-то увидели, что еще это неладное дело-то. Ну и... Пришли к нему, стали считать молитвы, из него бес вышел. А он, оказывается, и считать не умеет. А бес говорит, ты не молись, я за тебя молиться буду, а ты только проповедуй. Вот такой подход. Это я не знаю, сколько тут написано, переписано. Я много считал на эту тему. Мы как сами-то не всегда бодрствуем. Если бы дисциплина была такая религиозная, проснулся, от чего, что видел, мгновенно охватить. А это требуется. Апостол Петр в первом послании 5:8 пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».
Вот я спрашиваю людей, вы знаете, как через дорогу переходить? У меня свои правила. Через дорогу переходить обязательно, друг друга держать за руки, не под руки, чтобы не вплотную друг к другу, ноги запутаются. И в четыре глаза смотреть. Есть люди, которые я с ними иду, когда они не любят за руку брать, чтобы их. Я с ними ходить не буду. У тебя свои правила, у меня свои. Я один перейду, я все внимание. Смотри на светофор. Не доверяй светофору. Бывает, на светофор несется на красный свет. Поверни голову вправо. Я считал, на одном острове было столкновение. Пожарная столкнулась со скорой помощью. Ну, это бывает такое. Но все дело в том, что на всем острове было как раз таки две машины. И они нашли друг друга. Вот так. И каждая, теперь идет уже речь о сотнях тысяч задавленных на дорогах-то. Из-за того, что неправильно переходили. Вот так. Я даю, когда совет человеку, он не слушает, ну, твое дело-то. И девушка у нас побежала одна и прямо под машину. Ну, ее сшибло. И, видимо, на гору машина-то шла. Как она попала? Умница такая. И попала под машину. Ну, ногу там переломила. И... Обязательно нужно остановиться. Перед дорогой взяться за руки. Не под руки. Повторяю это. Вот. И вслух считать молитву в это время. Через дорогу, когда переходишь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну и в четыре глаза смотреть влево-вправо. На зеленый свет, чтобы было. По зебре идти точно. Вот так Иоанн Златоуст, которого ни разу дьявол не мог обмануть. И он дает маленькие рецепты. Хотя бы тебе явился ангел, ты не верь. Рассуждай в себе так, что ты недостоин этого явления. Сотвори крестное знамение и обратись к святым иконам. И никому нигде не открывай двери, не убедившись на 100%, что там нет чужих. Вот так. Как только у меня правило такое, солнце коснулось горизонта, я к себе никого не пускаю. Как бы он ни обижался-то. Ну, исключение бывает, но так очень-очень редко так. И вот это правило, не доверять чужим, я сохраняю при чтении любой литературы, даже канонов Вселенских соборов святых отцов, и даже Златоуста, то есть сверяю все с Библией. А если у меня кто-то остановился здесь, то я не позволю ему уходить, пока утро не наступит, если он остался у меня после сна. Сейчас узнаю. Ну, вот такое правило. И вот у меня человек заходит, сидит, я говорю, ты иди домой, да я успею. И солнце закатилось, я говорю, Алёша, не ходи, все. Да я пойду, тут вот это, за проулками идти, тут до комбината я дойду, а там это... На следующий день его нету. Потом приходит и говорит, как я жалею, что от вас пошел. Я говорю, что у меня, говорит, трое остановили, говорит, с ножами, раздели. Ну, взяли яблоко, у меня только яблоко, яблоком в двери там ударили. Все полетело. А он иконописец. Я говорю, почему ж ты не послушался? У тебя правил нет, а у меня везде правила. Я жил как рядом железная дорога, и которые пассажирские, они идут туда дальше. Идут прямо, я около вокзала жил, а я живу, где идут только грузовые. А грузовые, две линии, тоже надо останавливаться. И светофор. И останавливаться прямо напротив моей квартиры. А идти далеко. Обходить он станет, и состав-то бывает там 60 вагонов. У меня правило такое. Первое. Никогда под пояс не лазить. Второе. Ты жди, когда он уйдет. Нет, найди, где переходная площадка бывает у вагонов. Нет, обойди его спереди, у нас перед ближе, или сзади. Если я узнаю, что ты подлазил, ко мне вход больше запрещен будет. Я каждому выслал свидетельство такое, у меня книжечки маленькие были, и я выписал. И вот у нас тут рядом соседка была, такая толстая. И, ну, толстая, неповоротливая, поезд стоял. Но она с нами не имела отношения никакого. И она полезла. Так ее ходили, собирали лопатой. Ее замотало через эту-то. И кусками рвало, рвало, пока всю не изорвало, и все. Я сколько жил, я ни один человек, ни два. У меня соседка была. А я не знаю, сама она бросилась или нет. Тут Костенко фамилия, Катерина.
Я иду, а у ней голова отрезанная, лежит, а язык длинный такой, галька налипла. Вот я встал и смотрю на нее. Если бы сейчас вот голова приложилась на место, и она бы сплюнула гальку и пошла, ты удивился бы? Нет, не удивился. Я верю в это. Верю. Другая мастер, хорошая такая женщина, полезла, ей ногу оттяпала выше колена. И теперь на одной ноге она всю жизнь скачет. То есть везде должны быть правила. Свет не зажигай в комнате, пока все шторки не закроешь. Была такая железнодорожная газета «Гудок». И там была статья «Упырь». Это где-то на Украине, тогда Советский Союз был. Целое семейство убитых людей. И ничего не могут сделать. Вызвали воинские части. И, наконец, его поймали. Я его спрашиваю, а как вы узнавали? Он не убивал кирпичом. Постель, размажил голову хозяину, а потом с остальными расправлялся, еще надо забирал и уходил. Он говорит, я проходил мимо, шторки открыты, я вижу, сколько людей, кто у них есть там все. Видишь как? Правила должны быть абсолютно точные. Я к одной пришел, а она, ну, дочка нашей сестры, она переодевалась, и шторка не закрыта. Я говорю, а что ж ты шторки-то не закрыл? Да там никого нет, там проход на другой дом, там никого нет. Я вышел, а там парни здоровые стоят и смотрят в окно. Ты правила имей, тебе не надо. Один раз шторки не закрыла у меня жена, а рядом, ну, водонапорная стоит, колонка. Да, окна застыли, там не видать. Я говорю, ты свет-то потуши. Шторку открыл, а как растаяло, льда нету, и люди набирают воду и смотрят в окно. Тщательно закрой. Тщательно. Шторка одна должна быть, ну, не до самого верху, и вторая на две шторки, не на одну. А днем такая, которая тюль. Ну, такая, через которую свет попадает. Вот так. Так и здесь. Ты узнал, какие правила? Как узнается? Узнается как? Молитвой. А всегда узнается? Нет, не узнается. И поэтому Иоанн Златоуст говорит, даже ангел явится, не поверишь, тебя не осудит Господь за это. Не осудит. А ангел подходит, а я Господь, это демон, ангел тоже. А он, поклонись, он говорит, что кланяться-то? Я кланяюсь всегда, когда надо, и так кланяюсь. Он побуждает к поклонению. Это было с Исаакием. Исааки. Ему пришли утром, благослови отче, а его нету. Тогда разломали, когда он лежит полумертвый. Так он целый год не ел. Ему ложку в руки заложат, он не знает, что дальше ей делать. Все отнял. Они играли как бадминтон, друг другу перекидывали. Исааки наш, и все. Но я насчитываю жития святых, а дальше написано, и когда он выздоровел, и дальше написано, Исааки больше не хотел идти в одиночную камеру, так себе. Вот меня смех разобрал. А жена говорит, вот ты считаешь про бесов, ты к тебе подошел, считаешь жития и смеешься. А я не могу удержаться, мне смешно на него. И вдруг в окно, в раму, ба-ба-ба-бах, вот так вот, как загрохотало, вот так. А окно одно только, окно. Комната 12,8 квадратных метра. Зима. Ну кто, может быть, я бросил считать? Кто? Мы двое. И не спим еще рано, ну на улице уже темно. Я поставил, ладно, перекрестился, давай выйдем на улицу. Помолились, вышли. Передо мной сугроб снега, и сколько ни глядел, нигде следа нету. И этот стук записался, магнитофон-то у меня записывал. Вот, пожалуйста. То есть ему не нравится, когда мы его где-то узнаем. Нам небезызвестны его умыслы. И поэтому бесовское, оно оставляет страх. А и он никогда, ангел этот, без ангел, ну, бесовский ангел, не говорит, что не бойся. А ангел говорит, не бойся. Он успокаивает. А демон не успокаивает. Он страх больше и больше нагоняет. Он из него истощается, плюиды страха. Так, дальше. Ну и все по этой теме. Все и понятно. Идет запись. А вот в апостолах написано, Коринфянам 6.15, какое согласие между Христом и Велериалом? Или какое соучастие верного с неверным? Велиар, это кто такой? Ну, Велиар, это
Истукана, люди понимают. Вот. Это еврейское слово-то. Оно обозначает зло безбожия. Первая книга Царств 25.17, так и у судей 19.22. А иногда этим словом обозначается смерть и погибель. А иногда нечестивый. Этого у псалмопевца Давида, Псалом 17, 5 стих. И в Святой Библии еще Наум упоминает 1.15. Апостол Павел Велиаром называет дьявола, 2 Коринфянам 6.15. Это я не сам, это я взял из библейского словаря Эрика Ньюстрима. Вот так. Истукан и дьявол. Да, это дьявол так называют, и истукана. Тут нету разницы, никакой нету. И иногда вот означает там смерть, зло и прочее. Слово смерть, когда дьявол и зло, это одно и то же слово. Evil, даже по-английски. И Лев Толстой брал то, что зло, а дьявола как личность он не признавал. И вот это, опять же, который раз я говорю, посмотрите, все ролик называется «Интервью с дьяволом». Интервью с дьяволом. Вот даже забываешь, что это говорит какой-то артист. Да. Видел? Да. Это ужасно. Да, да. И он говорит об этом, какие люди, как соблазняются, на что мы, все, все. Вот я из других книг, вот лучше, чем «Печаль сатаны», почему-то брокеру стали приписывать, и не «Печаль сатаны», а «Скорбь сатаны» называется. А у меня книга была, перевод Марии, это-то, так, кто там, княгини Кропоткиной. Вот так. Ну, тогда на сегодня последний вопрос задам. Давай. Вот женщина в молодости ворожила, занималась приговорками, с глазами, гадала и так далее. Сейчас эта женщина болеет 2 года, полностью парализована, развилась дистрофия, почти ничего не понимает. Ну, живой труп, можно сказать. Можно пригласить к ней священника, и связана ли болезнь ее с делами, указанными выше? О, на эти вопросы я ответить не могу конкретному человеку. Вообще я знаю, и пригласить можно. И что она ворожила, это надо конкретно расспрашивать тех, которые рядом с нею. Но будет ли толк из этого-то? Ну, я могу сказать к священнику. Вот священник пришел, или зовут его, я бы ему подсунул Иеремия 6.14. Врачует раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Иеремия 8.11. И врачует раны дочери моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Вторично повторяет. Вот я когда в армии был, а по профессии я техник-строитель гражданских промышленных зданий-то, и 1 год полностью находился на должности техника-смотритель воинских зданий. Инспектировал состояние строения ракетных частей Дальнего Востока. То есть определял там годность. Иногда просто ставишь крест. То есть здание уничтожается и похлеще, чем от прямого попадания снаряда. Я выхожу, соседним жителям говорю, здание это списывается. К утру его там не будет уже, все. А там леса нет нигде, все растащат. В течение одной ночи до фундамента. Вот. Вот так наше тело, хижина, мы назовем ее, избушка для души. И она несет ответственность за все прежде бывшее. Но сказать-то, что именно вот за такие наказан человек-то, говорить так, как говорили друзья Иова, обвиняли-то его, мы не имеем права, можем очень сильно ошибиться, на 100%. От подписания приговора, это утверждение причины болезни, руки прочь. Не знаю. А вот за это ему... Это еще цветочки, еще ягоды будут. Не знаю. Ни об одном человеке сказать не могу. Но вот то, что он кашляет, курил, ну, явно дело, рак легких. Там большой палец ноги заболел, оттяпали ногу. Опять курит, опять. Яшин, вратарь, лучший вратарь. Это Жданов, говорит Владимир Георгиевич, профессор. Вот, я знал такое. Одну женщину, я говорил, что она плакала даже. Она руки поднимала кверху, падала на пол, говорила, пощади, я снова вижу дьявола, когда к ней приходили полечиться. Вот, потому что дьявол не оставляет меня. Обычно, когда люди этим целительством-то занимаются, они очень упорны, не раскаяны. Они как бы проданы сатане. И обязательно, если умирает, кому-то должны передать, за руку держать и передать этот дар. И тогда вступает в силу все это.
Вот я считал про одного старца, он был на тайной исповеди, я многому умалчивал, а который исповедовал, там старый схимонах, там, и он его добивал. Вот. Он утром начал исповедь и закончил глубокой ночью одного. Вот по всей вероятности, как я думаю, это все же духоносный муж был. И у батюшки был глубокий дар прозрения, знание Писания, что является это очень редким фактором у православных священников-то. Он заставлял этого деда, умолял его, упрашивал припоминать все и всех, кого он лечил, чтобы найти, что он говорил, все записывал. И выдавливал из него экстрасенса-то скрываемые им слова, добавки. И когда тот произносил шепотом во время сеансов-то еще одно слово, которое никто не слышал, и там вместо Христа стоял сатана. И он на исповеди говорил, как при врачевании «Отче наш» я считал, «Богородица, Дева, радуйся». А священник держал за руку и упрашивал припомнить тайные эти слова. И говорил, ты уже такой старый, тебе столько лет, ты внезапно можешь умереть. Это была не только исповедь, это блокада ожесточенного, запершегося врага. Это священник, написано, гладил руку его, смотрел в глаза и плакал. И, наконец, старец внезапно, он как будто очнулся, упал на колени и стал произносить никем и никогда не слышанные от него слова. Батюшка стал расшифровывать ему, что они означают-то. И вот тогда стала такая картина разворачиваться, страшная, когда все молитвы переворачивались с ног на голову. А вот сегодня, допустим, священника вызывают, а он 30 лет нету, окончил семинарию, скороговоркой что-то пробормочет там разрешительную молитву, принимает глухую исповедь от ведьмы, повторяет ей несколько раз, раскрой рот, чтобы его зафиксировать, чтобы причастие, это все. Я скажу, что это везде такое, почти всегда. Поэтому думать об исходе из этой жизни нужно заранее. А не надеяться, что произойдет какое-то чудо, что у тебя Бог при смерти приведет исповедоваться у такого-то хорошего монаха, не знаю. А вот что значит болезнь, страдания в этой-то жизни, надо еще понять. Если назначено болеть 100 лет, то уже через один день страдания будут на один день меньше. И со временем-то все кончится. Серафим Саровский говорит, что если бы вот эта вся комната была наполнена червями, а ты сидел посреди них, и каждый из них прогрызал тебя во всех направлениях, то, чадо мое, ты и тогда, говорит, стоило все это перенести, ну, хотя бы недолго, 100 лет, пусть грызут, для нескончаемого Царства Небесного. Видите, как они реально все это представляли. Я читал такой рассказ. Один болел, парализованный. Да лучше в аду бы сидел, чем здесь. Болею, смерти нет. И вдруг ангел явился. Ты зачем ропщешь? Ты же не знаешь, как в аду. Все равно не так, как здесь. Все кипит, внутренность горит огнем. Он говорит, хорошо. Давай договоримся так. Я тебя на год отнесу в ад. Он говорит, хорошо, зато за один год я отмучаюсь и все. Но он его отнес, в ад опустил. И вот он мучается год, два, три, 10, 100 лет. И понял, ангел забыл про него. И говорит, эх, и у Бога такие же забывшие, как на земле. И вдруг преисподняя осветилась светом, ангел предстал и говорит, неразумный, зачем ты споришь? Прошел только один час. То есть другое измерение. Я недавно смотрел ролик, один танкист, и он говорит, видно, ну, думаю, чего уж он может сказать-то? Он говорит, спотыкается, но когда начал говорить, какой он университет кончил, какие там разные физические свойства знает, и он говорит, время иногда останавливается, замедляет ход, а иногда ускоряет. И он говорит, когда обычно танк наш зажгут, немцы-то, а мы скорее выпрыгнем, он начинает долбить вокруг. Танк можно сзади найти, а коллектив составит 4 человека в танке, это надо год готовить. И поэтому я гляжу, говорит, время для меня, я гляжу, снаряд летит. Я вижу, он летит медленно-медленно, я вижу. И он падает возле меня, говорит, в землю-то. Я вижу, как он раскрывается, у него внутренность. Я вижу, что внутри, какая полоска. Я все вижу. Я, говорит, успеваю передвинуться, и он взорвался рядом. Но эти осколки меня не задели.
Но это же тысячная доля секунды. Он не мог видеть. Я, говорит, видел. Видел, как он погружается в землю носом, как у него раскрывается сердцевина, как он взрывается. Время останавливается. Я ему поверил. Бывает такое. Это по житиям вот этим. Ну, вот так. Да. Ну, благодарю за ответы. Слава Христу. Я думаю, я тема... ничего... Мне надо так привыкнуть, чтобы ничего не ставить. Вы сразу будете давать ко мне, тогда буду ставить. Да. А первое правильно, я поставил, да, сначала общее, а потом вы дробили. И люди скажут, а что он одно и то же два раза ставит-то? Поэтому я вот ставить не буду. Но... Да, я вам буду присылать. И а вам, вы ставьте. А мой не нужен? У меня запись идет. А вы, как вы делитесь вот этими, с администрацией? Вы можете мне на YouTube выставлять видео это? Но я, чтобы я его забрал не с YouTube. Я на YouTube, если поставлю вам, то надо, чтобы вы могли его снимать. Ну, на короткое время поставлю его, скачайте, да и все. А там как-то ограничено есть. Да, там есть... Доступ по ссылке называется. А как вы узнаете, как заходить? Вы мне просто ссылку дадите, и я уже зайду. А ее, в общем, не будет видно. То есть ссылку дать, как называется и как она отображается, да? Нет, вот прям сверху уже есть адрес, сверху. Я про адрес говорю как раз. Да, вы просто его копируете и мне присылаете. Понял, все. А вы знаете, как так делать-то, чтобы доступ по ссылке делать, знаете как? Ну как, я вам скину, а вы тогда, я его выставлю, там есть закрытый, открытый по ссылке, я да, по ссылке оставлю. Да, все правильно. Никто не будет видеть, только вы. Все правильно, вы, да, понимаете. Все тогда. Все, благодарю. Так, вы отметьте, где вы окончили. В это место оторвить и да, дальше, вопросы что были. Пробел большой сделайте и вопрос сам окрасьте красным. Вы знаете, как... Так, не понял. Не понял еще раз. Вот сейчас мы закроете, и которые вопросы да, следующие будут, а мы у нас же в одном это все, вы оторвите там, ну, четверти две вниз. И это первый вопрос, весь его, как он звучит неплохо. А, все, красным, понял. Чтобы сразу все, в глаза бросилось, что тут была да, остановка. Да. Все, понял, да. Все, с Богом. Все, спаси Христос. Аллилуйя. Вас и семью вашу. Давайте.